Как привлечь бизнес в регионы и заинтересовать крупных игроков инвестировать в развитие малых городов, обсуждали сегодня в правительстве на Совете по развитию предпринимательства. К диалогу пригласили представителей бизнес-союзов, успешных руководителей. У многих работают предприятия в небольших населенных пунктах, и они лучше других знают о проблемах. Квалифицированные кадры стремятся в Минск. Низкая деловая инициатива, недостаток средств. Предлагаются конкретные решения – строительство помещений под будущие малые предприятия и жилья для специалистов. Бизнесмены выступают за расширение налоговых льгот, а перспективные проекты готов финансово поддержать Банк развития. Ставка еще более льготная, 2/3 ставки рефинансирования, стоимость ресурсов предприятия, получая намного более выгодную по сравнению с рыночными условиями кредитования. Поэтому это очень востребованный продукт. В прошлом году 200 миллионов общий объем финансирования в целом по программе мало-среднего предпринимательства было освоено. В этом году мы, в принципе, ставим себе задачу получить объем не меньше. Это нужно привлекать иностранные инвестиции в том числе, инвестировать больше в регионы. Ну и предоставляются льготы. Стоит выбрать несколько регионов, каких-то экспериментальных, и дать там льготы какие-то беспрецедентные. Как парки высоких технологий возможно. Из ближайших изменений, которые стоит ждать бизнесу, упрощение порядка лицензирования и сокращение административных процедур. Проекты документов уже подготовлены.